Угу. Да. Неужто командор Серых? Точно! Какое-то время назад в башне поймали воришку. Вчетвером еле скрутили. Одному стражу он фингал под глазом успел поставить. Они шутили, что хороший рекрут получился бы. Он в каземате, сэр. И еще у меня есть несколько писем. Прибыли незадолго до вас. Подождите минутку.
А, командор! Хорошо, что вы здесь. Этот парень уже 3 дня под замком. Хорошие люди гибли, а он тут за решеткой отсиживался в безопасности. Имени он не назвал. Знаю только, что схватили его, когда он шнырял ночью по поместью. Я бы сказал, что это простой воришка, только вот чтобы взять его, 4 стража понадобилось. Вы уж с ним поосторожней. Кто бы он ни был, а явно необычный взломщик, это уж точно. Как пожелаете, командор. Я скажу Синишалю, что вы пришли. Он захочет узнать, что вы решите насчет этого заключенного. Смотрите-ка, кто тут. Великая воительница, победившая мор и все зло на свете. Я думал, в тебе теперь 10 футов роста, и молнии из глаз сыплются. Мне казалось, убийца моего отца выглядит более впечатляюще. Я Натаниэль Хоу. Моя семья владела этими землями до вашего появления. Ты хоть помнишь моего отца? Мой отец служил герою Дейна и дрался с орлесианцами. Но моя семья потеряла все. Когда я пришел сюда, то собирался тебя убить. Подстроить западню. Но потом решил просто забрать кое-что из семейного имущества. Это все, что у меня осталось. Несчастьем? Ты еще добавь слова для всех нас, как это обычно делается. Слушай, я знаю, что ты героиня. Война выиграна. Трофеи отходят победителю, так? Но что бы ни сделал мой отец, это не должно отражаться на всей семье. Все Хоу, что остались в живых, стали изгоями. И все из-за тебя. А теперь ты решаешь мою судьбу. Какая ирония, да? Просто мечтаю. Пойду немедленно попрошусь на службу к королю Алистеру. Он наверняка даст Хоу шанс себя оправдать. Я кое-что умею. Все-таки за границей я интересовался не только вином и женщинами. Охотиться, ходить в разведку, использовать яды. А что? С чего такой интерес? Уже? Замечательно. Командор, я привел к вам Синишаля. Я смотрю, вы поговорили с нашим гостем. Нелегко с ним, верно? Решили, что с ним делать? Хоу? Значит, они снова вылезают на свет. Хоу — наши заклятые враги, командор. Вы что? Простите, командор. Право призыва? На заключенного? Нет, ни за что. Лучше повесьте.
Трудно сказать. Вам нужен серый страж, желающий вашей смерти? Ты берешь Хоу в серые стражи? Странная ты женщина. Так и не понял. То ли мне оказали доверие, то ли наказали. Любопытное решение, командор. Идемте со мной, сэр. Увидим, переживете ли вы посвящение. Отныне и впредь ты серый страж, Натаниэль Хоу. Момент истины. Этот Хоу сильнее, чем я думал. Он будет жить. Не знаю, к добру ли. Командор, лорды Амарантайна пришли принести присягу вам и Ордену Серых Стражей. Это бывшие вассалы Эрла Рэндона Хоу. Теперь это ваши вассалы. Сеньоры и вассалы редко походят друг на друга, командор. Кто-то из лордов откровенно не любил Рэндона, но другие возлагали на него большие надежды. Аккуратнее здесь, командор. Дамы и господа, позвольте вам представить стража командора Ферлдена и Эрла Амарантайна. Командор. Бан Эсмерель Амарантайна, согласно обычаю, имеет право начать. Я, Бан Эсмерель, клянусь жизнью и честью хранить верность Эрлу. Да не подниму я оружие против Эрла и ее наследников. Так говорю я пред лицом Создателя. Обещаю, что я, лорд Эдельбрэк. И на этом церемония завершена. Да здравствует страж-командор. Я к вашим услугам, командор. Я сделаю все, что возможно. Но вы, путешествуя по окрестностям, не упускайте из виду возможностей для торговли. Если вам удастся уговорить хоть каких-нибудь купцов торговать здесь, это значительно облегчит участь башни бдения. Хорошо, командор. Дай мне знать, если хочешь, чтобы аристократы убрались. Но в смысле, чтобы церемония закончилась. Только двое здесь могут оказать настоящую поддержку в этой войне. У лорда Эдельбрэка, хозяина Феравеллских равнин, самые обширные угодья. Это человек известный, влиятельный. Бан Эсмерель правит городом. Самая богатая среди всех, кто здесь собрался. Может, ее не любят, но не считаться с ней нельзя. Рада познакомиться, командор. Страж-командор, мы так много о вас слышали, столько хорошего, иногда и не верилось. Но многие из ваших подвигов стоили здешнему дворянству шансов на продвижение вверх. Слишком многое зависело от старого Эрла. Некоторые вассалы хотят покончить с вашим правлением. Возможно, вы не знаете, насколько решительно они настроены. Я...
Мне удалось перехватить кое-какие их послания. Они шифрованные. По отдельности письма прочитать невозможно, а вместе они образуют сообщение. Они хотят покончить с вами еще до того, как вы начнете править. Готовится покушение. Если у меня будет несколько дней, я могу добыть письма. Я бы принесла их сегодня ночью, но не знала, стоит ли вас беспокоить. Мне есть что терять. А выигрыша, почитай, никакого. До свидания. Скоро увидимся. Рад видеть вас, Страж-Командор. Вы попали к нам в нелегкое время. Эдлбрэк, только ни слова о ваших любимых фермах. Не всем в нашем Эрлинге повезло жить за стенами города. На открытой местности не спрячешься. Пока мы здесь пируем, наши крестьяне умирают от голода. Эдлбрэк, городские укрепления важнее. Пусть сейчас закрома полны пшеницы, но если вымрут крестьяне, то кто вас накормит? Благодарю. Дай мне знать, если хочешь, чтобы аристократы убрались. Ну, в смысле, чтобы церемония закончилась. Эдлбрэк говорит правду, сэр. Но дела обстоят просто ужасно. Он и Бан Эсмерель борются за право размещать солдат. Но у нас недостаточно людей. Главное решить, что необходимо защитить. Город, земли, торговые пути. Как пожелаешь. Дай мне знать, если хочешь, чтобы аристократы убрались. Ну, в смысле, чтобы церемония закончилась. Ты знаешь заговорщиков? У тебя есть право на высшее правосудие. Предательство — серьезное преступление. Сэр Тамра та еще хитрюга, но многое знает о таких вещах. Лучше шарахаться от каждого прикосновения, чем потом валяться ничком в канаве. Чтобы двигаться дальше, нам нужно убедительное доказательство, а его трудно найти. Есть разные возможности. Не все я бы советовал использовать, аристократы придут в ярость. Что если отправить солдат пошпионить за аристократами? Думаю, это может принести плоды. Ходят слухи, что некто темный волк ищет сведения за плату. Опасный парень, как ни крути. Никакие, если честно. Они хорошие люди, но никудышные шпионы. Честно говоря, понятия не имею. Где-то в иноземном квартале Амарантайна, насколько я знаю. Тогда тебе надо отправляться в город и охотиться за призраком.